ясный апрельский день. Мы очень рады, что мы вышли. Всем коллективам потрудились, поработали на благо, так сказать, фирмы. Потому что совместный труд, он объединяет. И нужно переключаться с умственной работы на физическую, что мы, собственно, сейчас и делали. Да, поэтому мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке. Все довольны, рады. Хотим еще. На мой взгляд, вот это мероприятие «Субботник» – это достаточно хорошее, когда от большого руководителя до самого рабочего все сплотились и вместе убирают одну общую территорию, которая принадлежит Кросту. Это наш прекрасный офис и территория вокруг. Все мы на улице, все мы трудимся. Труд объединяет, как он объединял 50 лет назад на субботниках, так он объединяет нас сейчас. Поэтому все наши субботники, они очень радостные, с огромными впечатлениями, объединяющие людей нас в одну команду. Не только внутри подразделения, но и по всей фирме. Поздравляю вас всех! Понравилось увлечение. Мне игры понравились. Они все красивые, сладости мне понравились. Они очень вкусные. А мне понравилось здесь внизу праздник, что меня разрисовали красиво. Конкурсы веселые идут, музыка. Я очень благодарю компанию «Кросс» за то, что они организовали такой хороший и веселый праздник. И для детей, и для родителей. Субботник! Это когда все работают. Всем совещание, всем работать. Привет, наш любимый Крост! Мы вас поздравляем с субботником. Сегодня такой прекрасный день, который нас обязательно сплотит, позволит нам работать еще лучше в чистой атмосфере. Мы вас поздравляем, желаем вам успехов в работе. Убирайтесь лучше, качественнее, как сегодня, как мы! Ура! Сегодня замечательный день. Погода немножко подвела, но тем не менее у нас замечательный праздник, субботник. Замечательная традиция в Кросте. Будем сохранять ее и наводить порядок. Доброго дня, товарищи! Мы ведем наш репортаж замечательного ежегодного мероприятия, которое организовывает концерт «Крост» на Макарова 6. Мы ведем репортаж с субботника. Занятия мы это любим. Да. Занятия мы это уважаем и каждый год его посещаем. В этом году мы перевыполнили план по выносу мусора и ненужных нам деталей. Павел, прошу крупный план передний сделать. В прошлом году мы выкинули порядка 216 килограмм ненужных материалов. В этом году у нас уже наш безмен показывает 360 килограммов. Даешь ненужный мусор в помойку. Ура, товарищи! Ура! И традиционно ЦСКА чемпион. Ура! Ура!